Так, это я в предыдущем посте поделилась полиненным рисунком, собираюсь поделиться сейчас. И решила быстренько показать. Это компиляция энергии 4 карт. Помощь. Давай сюда это видео. Вот тут сверху, когда знаешь уже что, то видишь сверху вознесенных владык. Но, кстати, языка света я тут не вижу. Плазмоида вижу. Язык света только вот сверху, на верхних чакрах. Вот эта карта. И отпускание всего старого, всех осколков, всех гневов Марса, конфликтов, вот этих вот осколочных энергий с этой стороны завесы и с той в других воплощениях при помощи повышения вибраций. А еще был Consul of Light. Вон он. Нет, посол света. Посол света ты мне показал. То другая. Другая? А сегодня ты еще одну показал мне? Нет, или вчера? Вот это прошлое. А, хорошо. Этот, давай сюда еще раз. Не фильм, а рисунок. Вот такая получилась история в итоге. И я вообще думала вначале, она вообще про Украину что-то. Потом, если знать уже про гнев, то тут вот эти сущности гнева, агрессии, невыпущенные тоже чувствуются. А вот помощь сверху идет. Ну и вот ее символ, язык света. А что ты тут рисовала, ты точно знаешь, нет? Просто шло так. Хорошо. Никак не заставлю сесть еще подписать. Это все для карточек. Давай второй. А вот второй рисунок вчера показывала. Здесь обалденный язык света. Знаешь, вот там сейчас закипит, и ты сама сходишь, выключишь, хорошо? Обалденный язык света. Я вчера много рассматривала, делала себе принтскрины. Тут очень есть такие емкие композиции. Блин. Трое тут. И композиции, и... Ну вот для меня ценные какие-то послания сейчас покажу. Я лучше их на принтскриню. Есть определенные знаки, которые просто у меня сразу резонанс вызывают. Вот эти пионы, не пионы, что это? Автор сказать не может, рисует в потоке, говорит, так оно нарисовалось. Ну это больше как плазмоиды живые. Живые плазмоиды. О, у нас рот открылся. Так. И давай показываю. И это были вот эти карты. Посланник света. Повышение вибраций. Ты оракул, ты проводник. О, мать, ты проводник и оракул. А где твой оракул? Почему еще не издан? Так, это отважность многомерности. Отважность пиона здесь называется. Тебя ждет там вот выключение. Многомерная, многоуровневая, многогранная. Я отвлеклась на малышку, смотрела. Да? Мия! Она так внимательно на меня смотрит. Так, и все пути ведут домой. Ну, в нашу коренную, корневую энергию. Внутренние авторитеты, внутренняя идентичность, интуиция. В общем, идти внутрь себя и за собой потоком. И все это вместе получается вот таким золотым сияющим существом, сотканным из языка света.